То есть я как бы победил босса, но как бы проиграл. What? Я хочу свои души собрать. Нет, это было прикольно. Ну, короче, смотрите, остаются два босса. Два босса, типа, он создал своего клона. Ты убиваешь одного клона и думаешь такой, ага, значит ты настоящий, значит ты точно не клон. Начинаешь его бить, он исчезает, такой, типа, стоп, а где настоящий? Он сзади тебя уже огненный шар пускает. И ты такой, чё? Бульба? Он такой, бульба? Ай, души, сейчас просру. Я души сейчас просру, и я быстро убегу. Я души просру. Не воспринимай ничего нового, поэтому я играл во второй Dark Souls несколько тысяч раз подряд. Чего? Не, ничего. Одно и то же? Ну, то, что ты мне сейчас сказал, это одно и то же, что сосать хуй. Я просрал свои души. Мы любя. Я нет. Так мы тоже нет. Слушай, это как-то сверхжестоко. Ну ладно, я вас прощаю. А то бишь меня за то, что я сказала, что мне надо... Нет. За что? Тебя, стоп, за что я тебе должен был простить? Еще раз? Я не знаю. Ну и прости тогда. Бог прости. А мог бы вообще не говорить. Вот за это меня бы. Да, Бог не как говорит. Жаль! Мамка еще смеется, она сказала, типа, ну Бог вообще не хотел, чтобы ты говорил, типа, язык расклеился. Вот ты, типа, вот и молчи, падла. Мамка правду говорит. Мамка херни не скажет. Ты мою мамку не знаешь. Знаю.